Смотри лаки-блоки в Майнкрафт. Ссылка в описании ролика. Дэниел, Дэниел. Черт, что с тобой, Дэниел? Марко, ребята. Ой, очень больно. Что случилось? Ты был на чердаке, ты что, вальнулся оттуда? Что произошло? Я поднялся на крышу и что-то меня подтолкнуло, я не знаю, я упал, я что-то сломал, мне больно. Черт, его надо отнести. Тревор, помоги, давай, сейчас дотащим его до комнаты. Давай, терпи. Ай, господи, что за боль? Да, с этим надо что-то делать. Да. Черт, надо съездить в аптеку. Ребята, никто из вас в детстве врачом не был. Нет. Как я могу шутить в такой гребаной ситуации? Ребята, у меня правая нога, она как будто сломлена, я вообще не могу ее шевелить, мне реально больно. Ладно, значит, мы сейчас поедем в аптеку. Гипсуем? Нечем даже. Да пока нечем, вообще ничем. Надо в аптеку. Мы поехали. Вы куда, в город? Да, мы в город, так что один по это. Так что подыхай пока потихоньку. Спасибо тебе. Очень смешно. Очень остроумно в такой ситуации. Ладно. Пока, давай, ребята. Держись, удачи. Брат, держись, сейчас мы скоро. Ладно. Ой, что-то плохо мне. Ой, ваше больно в голову бьет. Мне плохо, голова болит. Что это? Где Тревор? Где Марко? Что это за... Марко? Тревор? Какие-то... А чё сейчас? Неважно. Вот, возьми. Ты должен помочь. Да. Возьми обезболивающее. Давайте. Спасибо, ребята, что помните. Он обо мне. Не залечит, но хотя бы боль утолит. Сейчас, подождите, сейчас. Нужно помочь. О. Легче, может быть. Ребят, пока вас тут не было, как-то маленькая боль отошла, но все равно очень болит. А вы в городе, да, были? Да, мы смотались. У меня вообще как будто жар. Что-то мне температура. Вообще, причем здесь какая температура, что со мной? Всякие бывают осложнения, все-таки организм ослаблен сейчас. Можете поспать лучше. Слушай, вот легче станет. Я тоже об этом думал, ведь сон он лечит, как известно. Да, тут только, конечно, сейчас вообще не в кассу, но Хэллоуин, все дела, ну, видимо, нам, конечно, не до него. Хэллоуин откладывается на следующий год. Ладно, чё. К сожалению, блин, а такой праздник. Слушайте, ребят, я тогда посплю здесь, вы не обижайтесь, если я попрошу вас покинуть эту комнату. А, ну все тогда, мы если что, внизу будем. Короче, да, я немножко взремну, наверное. Если что, кричи просто. Да. Ну ладно, если что, позову. Спасибо, ребят. Давай, поправляйся. Ладно. О, проснулся я. Я чё, уже ночь? Да ладно, я чё, весь день проспал, что ли? Ё-моё. Кстати, как моя нога? Ну-ка, могу идти? Да я вроде могу идти. Не бежать, правда, но идти-то я всё-таки... Могу. Интересно, а где ребята? Они же так меня выручили сегодня. Всё-таки я так рад, что у меня есть такие друзья. Ой, что-то... Потихоньку можно скакать на одной ноге. А, вон, кстати, ребята... Ой, что это за фигня? Что они делают? Ребята! Ё-моё! О! Что это за фигня на вас? А, да мы тут по-тихому так Хэллоуин справляем, спокойненько так. А, здорово. Хочешь печеньку? Кстати, тебе легче? Мне, ну видишь, я могу до вас дойти вполне... Как-то вот, может еще разгулять ногу. Печеньку давай. Лови печеньку. Опа, ух ты. Классно. Как тебе наши маски, ёл? Прикольные. Классно. Че, будешь тортик? Нет, спасибо, я уж печеньки набрал. Я тебе все равно не дал. Спасибо. Добрый, а? Тортик один и печенье. Слушайте, ребят, а вы не задумались...
О полицейском, которого мы когда-то вызывали. О, черт, я про него и забыл. Слушай, а ведь правда. Мне, и, блин, они же, как обычно, день максимум и приезжают, а сейчас уже пару дней прошло, что-то нечисто. Так, а что действительно за дела? Мне кажется, мы должны разобраться в этом. Может, пойти поискать его? Или ты ходить-то, конечно, тебе вообще нежелательно. Да я буду терпеть. Нормально, сейчас разгуляю. Главное, чтобы хуже не стал, ну а в принципе... Слушай, да что, в какую сторону пойдем? Ну давайте поищем тут где-нибудь в округе, походим, пошастаем. И может быть... Ну это тебе за домом, там может посмотрим. Что? Хочешь увидеть еще одну мою маску? Не надо. Мне и так страшно. Да, что же тебя... Ты подскользнулся с крыши в тот момент, или... Да, не хочу об этом вспоминать, это было страшное падение. Да уж, зря я напомнил, извини. Ничего. Ладно, лучше снять эти шуточные маски и все-таки отправиться. Я сам думаю. Как хочешь, сегодня все-таки Хэллоуин. Да. Ладно, пошлите тогда, попытаюсь идти. Сейчас может быть кого-нибудь. Давай. Только не нас. Ребят. Что? Мы уже обошли все в округе. Весь как дом обходили, туда и обратно. Как ты еще терпишь? Нормально? Слушай, да у меня вроде отошла нога-то. Слушай, давай сейчас ты подальше. Держись от ущелья, то я понял, акробатика не твой конек. На самом деле. Ух ты. Я не советую. Не советую подходить к краю, но это лестница, иди. Это резная кладка. Лестница? Да, аккуратнее. Пожалуйста, аккуратнее. Мне кажется, там что-то не чисто. Там какой-то. Дэниел, подвинься-ка немножко. Да! Ребята! За ним!